Вот что нужно знать о бетоне в 21 веке? Хороши кирпичи. Здесь ни один ВДВшник не пробьет. Нет. Вы за кем охоту ведете? Я за Шумаковым. И я за Шумаковым. Вы после меня в очереди. Я здесь работаю. Да, а вы думаете, я давайте, здесь давайте. На тусовку пришла? Давайте. На тусовку пришла. Ё-моё. Посмотри, тут какая красота, красота. Кто бы сказал, что это каталог по бетону? Я сейчас пришла в туристическую фирму и выбираю поездку на уикенд. А что я должна почувствовать? Давайте, как будто бы я почувствовала. Ну, оно у вас включено? Ну, конечно, существуют всякие системы. На анализах можно взять, можно, в конце концов, поцарапать на бетон. Анализы тоже натощак их нужно? Как? Нет. Сейчас меня расстрелял кто-то, по-моему. Надо возрождать. Вот ваши бы слова, да, Шумакову в уши. Шумаков это все прекрасно знает. Шумаков у нас замечательный, прекрасный наш лидер. Одним словом, Союз жил, жив и что? Будет жить. Молодец, молодец. Садись пять. Это тост к Новому году, чтобы все могли реализовать то, что они задумали. Ровно год назад, в ноябре, Центральный дом архитектора отмечал 80-летний юбилей. Сегодня здесь проходит 26-я ежегодная конференция Союза московских архитекторов. Тема важная и актуальная, как никогда. Архитектор и общество – статус профессии. В этом году конференция проходит в большом, просторном выставочном зале Дома архитекторов. В ходе конференции обсуждаются вопросы архитектуры и градостроения, а также проблемы, актуальные для московского сообщества архитекторов. Нет, с этого фонаря не начинается улица красных фонарей в Москве. Это фонарь, под которым нужно встать вот здесь вот. И как в новогоднюю ночь, вот мы все под бой курантов загадываем желание, так вот на этой конференции нужно встать под этот фонарь, закрыть глаза и загадать желание. Связанное с архитектурой, конечно. Меня расстрелял кто-то, по-моему. Меня расстрелял сейчас человек с каким-то фоторужьем. Вы за кем охоту ведете? За Шумаковым. Так, давайте, я слева его обхожу, вы справа. Кому он первому подойдет? А вы по какому вопросу? Продукцию представляете. А это ваш фонарь? Это наши светильники. Это, скажем так, световые системы даже. Это тебе, Илюх. Это... Пожалуйста, вы архитектор? Нет. А кто? Компанию представляем материалы инновационные. Это теплее, это прохладнее. Но оно у вас включено? Вот эти вот технологии инновационные, они когда уже могут прийти в дом каждого москвича? Да, хоть сейчас, пожалуйста. Для вас каждый визит в дом архитектора как праздник? Я бы сказал, как не то чтобы праздник, но во всяком случае не будни. Дуденкова Мария Анатольевна, Голицынский керамический завод. Хороши кирпичи, все для души. Красивый, какой может быть красивый фасад? Неужели ваши кирпичи какие-то необыкновенные, но обычные же, да? Они необычные. У нашего кирпича утолщенная стенка, что не могут сделать большинство производителей. За счет этого ваш фасад будет всегда долговечный. Здесь ни один ВДВшник не пробьет. Нет, это уже пробовали, не пробьет. Ему
эмоции потрясающие. Мы очень рады, что мы победили, наша команда. При этом мы видим, что есть другие достойные работы. И надеемся, то, что они в целом изменят город к лучшему. Здесь можно просто ходить, заводиться полезными и важными знакомствами и строить свой дом мечты. Всем мужчинам на заметку. Дом, чтобы построить, вырастить сына и... А что еще нужно? Возьмите хотя бы несколько визиточек. Вот, пожалуйста. А можно визиточку у вас взять? Можно? Ага. А у вас есть визиточка? Можно? Можно визиточку? Вот мы сейчас тут пройдем, все визиточки возьмем. И скидочки-то тоже подберем. Бетон. Вот что нужно знать о бетоне? Ну, нужно знать, наверное, все его свойства. Причем очень хорошо. Нужно знать все новые материалы, которые могут быть. Как отличить качественный от некачественного бетон? Варианта на пробу не подходит. Следующий. Постучать? Собрались уже известные, маститые архитекторы и наши друзья. Между прочим, сейчас мы к ним подойдем и неожиданный вопрос зададим. Вас сейчас услышат, все услышат. Сегодня обсуждается такая тема на конференции. 26-я конференция «Архитектор и общество. Статус профессии». Насколько актуальна эта тема сегодня, как думаете? Ну, я думаю, что нет времени такого, как сейчас, когда бы этот вопрос не стал так острым. В России и в Советском Союзе было создано безумное количество новых зданий, новой архитектуры, типовой архитектуры. Но где архитектура? Где архитектор? Где его роль? Она, к сожалению, забыта. Вот. И сейчас мы говорим на каждой конференции, и мы и не только на конференциях, мы говорим о том, что роль эту надо возрождать. Сейчас между селедкой под шубой и кирпичами я его настигну. Интересно, из какого кирпича дом у президента Союза московских архитекторов, а? Это не так важно. Главное, что два основополагающих закона для архитекторов находятся в такой детальной, хорошей, глубокой проработке. Сейчас делается закон о культуре, и сейчас делается закон об архитектурной деятельности. Поэтому вот все, что происходит сегодня, что происходит сейчас, это все в одном потоке, в одной струе вот с этими двумя основными законами. Поэтому обкатать все вопросы, связанные с архитектурой общества, очень важно для нас, для профессионального сообщества. Поэтому мы об этом говорим. И вы заметили, что в последнее время мы перестали лить горькие слезы о нашей горькой жизни. У нас все выступления очень профессиональные, очень деловые, очень интересные, очень содержательные. Много молодежи. Как вы привлекаете молодежь? Много молодежи. Она находит здесь интерес. И нас это очень радует, потому что если бы она сегодня не пошла, завтра было бы поздно. Некоторые, я сегодня разговаривала, они говорят, мы сюда приходим как во второй дом. Это повод встретиться еще для многих. Явное возрождение Дома архитекторов, явное, однозначное возрождение Дома архитекторов. У нас народу всегда много. Из 12 до закрытия, до 12, с 12 до 12 у нас постоянно народ. У нас постоянно выставки, у нас постоянно какие-то дискуссии, круглые столы. У нас постоянно концерты, у нас постоянно архитектурные мероприятия различного калибра. Одним словом, Союз жил. Жив и что? Будет жить. Молодец, молодец. Я знаю, какое желание я загадаю на Новый год, когда вот буду пить куранты, шампанское, но чтобы архитектура жила. Чтобы архитектура жила. Сохранялась. Чтобы она сохранялась, и чтобы наши талантливые архитекторы могли все-таки реализовывать все свои возможности творческие, все свои проекты, или хотя бы часть из них, и чтобы им не было стыдно, когда эти проекты будут построены. Отличный тост. Это тост к Новому году, чтобы все могли реализовать то, что они задумали. 26-я ежегодная конференция Союза московских архитекторов подошла к концу. И можно по праву сказать, что это событие стоило свеч.